Настольная игра «Страшные сказки» просто, ну, не могла обойтись без драконов и рыцарей. В здешнем 39-м царстве повисла гнетущая атмосфера. При зловещем лунном свете короли не такие уж и мудрые, а от вида принцесс иногда волосы под шлемом шевелятся. Первым делом участники определяют антураж сказки, а затем отправляются на охоту за победными очками. Разыгрывая карты, применяя их эффекты и получая особые предметы, вы пишете свою историю. Остальные игроки должны это учитывать, прежде чем сделать ход. Все устроено так, чтобы соперники могли выстроить самые замысловатые комбинации. В мире страшных сказок никогда не знаешь, кто поджидает за углом. Старый мудрец с умным наставником или леденящая кровь дитя ночи. Все тут намекает, что счастливого финала не предвидится. Зато будут приключения, которые хочется пережить не один раз. Спрашивайте в магазинах вашего города.